Азербайджан и Албания достигли договоренности о развитии всесторонних отношений, в рамках которых планируется газифицировать один из населенных пунктов Балкан. Обмен мнениями состоялся в рамках КОП-28 в Дубае между министром энергетики Первизом Шахбазовым и заместителем премьер-министра Албании, министра инфраструктуры и энергетики Белинды Баллуко. Как отмечают эксперты, Азербайджан за последние 2 года провел ряд важных работ для создания прочного сотрудничества с балканскими странами, в частности Сербии, Албании, Боснии и Герцеговиной. По имеющимся данным, ведутся переговоры о доставке в Албанию 700 миллионов кубометров газа в год посредством трансадриатического трубопровода. Азербайджан может увеличить поставки газа в Албанию путем трансадриатического газопровода, который доставляет азербайджанский газ из шахты в Европу по южно-газовому коридору. Есть город Влер в Албании, в которой имеется электротеплостанция, которая может взять прямиком и импортировать газ, азербайджанский газ через эту станцию и использовать ее для внутренней потребности. И в этом плане азербайджанский газ и азербайджанское правительство сможет помочь Албании газифицировать эти регионы, которые в плане инфраструктуры довольно отсталы. Страны наметили новые цели по вопросам газификации албанского города Корча, поставок сырой нефти и сотрудничества по другим перспективным направлениям. Азербайджан нацелен на обеспечение энергетической безопасности и развитие Албании как страны транзита газа. Как отмечает эксперт, Албания не располагает достаточными возможностями для развития своей энергетической инфраструктуры. Албания еще планирует резервировать азербайджанский газ, по маршруту, который Азербайджан доставляет газ по южно-газовому коридору, и где-то взять около дополнительный объем газа, чуть более 100 миллионов кубометров газа, имеет надежду на то, что Азербайджан в будущем через свою компанию «Сухар» будет финансировать такого рода проекта, так как у СОКР уже имеется довольно богатый опыт финансировать или же технически поддерживать такого рода проект, как мы уже видели в Сербии, как мы уже видели в Болгарии.